причем это не совершение преступления предусмотренного частью 285 уголовного кодекса Российской Федерации. Данное уголовное дело было уже рассмотрено в особом порядке в связи с увеличением судебного соотношения, условия которого проверка были выполнены. Полагаю, что квалификация предложенного органа следствия является верной и является доказанной, подтверждается материалами уголовного дела. При назначении наказания я прошу суда честь характера и степени общественной опасности совершенного преступления частичности подсудимого Лукшаненко по имени Лукшаненко было совершено преступление, относящееся к категории средней тяжести, ранее уголовной ответственности не привлекался. В целом, по месту жительства он характеризуется удовлетворительно. В качестве обстоятельств, включающих уголовное наказание, таковым предлагаю учесть признание вины раскаяния в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию уголовного или расследованию преступления, изобличению и уголовного преследования других соучастников преступления. Кроме того, в качестве таковых прошу учесть явку с повинной, полное добровольное возмещение имущественного вреда, поскольку было возмещено ущерб сверх суммы причиненного ущерба в размере 166 тысяч рублей. Кроме того, в качестве обстоятельств, смягчающих уголовное наказание, я прошу учесть состояние здоровья повинного. Полагаю, что обстоятельства, смягчающих уголовное наказание по данному уголовному делу, не установлено. И не установлено основание для применения положения статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также основание также не установлено для изменения категории преступления, поскольку не установлено какие-либо обстоятельства, исключительные, связанные с совершением преступления, либо его после совершения данного преступления. Рассматривая вопрос о виде разделения наказания, которое необходимо назначить, я полагаю необходимым с учетом характеристики его личности, обстоятельств совершения преступления, всех не установленных по делу обстоятельств, назначительного наказания в виде штрафа. Вместе с тем, при постановлении приговора, полагаю, что ранее в стороне защиты было заявлено ходатайство о прекращение уголовного дела в связи с применением судебного штрафа. Полагаю, что оснований для удовлетворения данного ходатайства не имеется. Оснований для прекращения уголовного преследования по указанным основаниям не имеется, поскольку, исходя из объекта преступного посягательства, в данном случае, полагаю, что неблагоприятные последствия, они не были устранены указанные благоприятные последствия, в связи с чем, полагаю, невозможно и необходимо отказать удовлетворение указанного ходатайства в стороне защиты. На основании изложенного, уважаемый суд, прошу признать Фоменко Николая Владимировича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 Уголовного кодекса Российской Федерации, и прошу назначить ему наказание в виде штрафа в размере 75 тысяч рублей. Судьбу и честных доказательств прошу разрешить в соответствии с требованиями закона. Спасибо. Так, судебный прием.